Плюс мама и отца как-то сразу. Он на фронт уходил молодым, был веселым и ясноглазым, возвратился усталым, седым. Юные чтецы о минувшей войне, в зале сверстники, жюри, почетные гости, среди них председатель Совета ветеранов Анапского сельского округа Эдуард Мовян. В холле выставка работ в самых разных жанрах. Организаторы никак не ограничивали юных участников. На этом рисунке сапер, который обезвреживает мины. Рядом короткий рассказ о прадедушке, ушедшем на фронт в 17 лет, на счету которого более 200 обезвреженных боеприпасов. Бронепоезд отбивает атаку где-то под Новороссийском, а здесь целое сражение. Его авторы – ребята с ограниченными возможностями здоровья. На сюжете уже идет как атака на Анапу, освобождение от немецко-фашистских захватчиков. Танки все делали сами, видите, ручная работа, сами руками делали, лепили фигурки. Среди работ много проектов мемориалов. Организаторы отмечают, что все они искренние. Мальчишки и девчонки работали с максимальной отдачей, советовались со специалистами по поводу фактов и формы подачи материала. Здесь дети своим отношением, своим трудом, своими работами показали, что они помнят, именно они помнят эту войну, они помнят своих бабушек, дедушек. Вот это главное. Во-первых, конечно, у всех это прослеживается гордость за своих предков, за то, что они освобождали нашу страну. Есть и скорбь, есть радость победы. Понимаете? Ну, вот как то и в песне. То есть оно все вот здесь отражено, как в песне «День Победы». То есть все, несмотря, что это дети, понимаете? Но у детей иногда, наоборот, эмоции более выражены. Конкурс приурочен к 75-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. Его придумали провести в Совете молодых депутатов города-курорта. Всего на суд жюри представлены 53 работы. Это первая пробная такая, можно сказать, акция. И приятно, что со всей Анапы участники с разных школ, гимназий присутствуют в данном конкурсе. Цель именно патриотическое воспитание нашей молодежи, чтобы они знали и помнили, чтили предков, которые вложили огромный вклад в нашу страну и отдали многие из них жизни на полях сражений. Окончательные итоги конкурса подведут в День Победы. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа регион.